И Гутер меня лично порадовал в этом сезоне. Вот кто в «Динамо» меня действительно порадовал, так это Гутер. Добавил он, да? Да, который, ну, я уже думал, что ему пора вообще, честно говоря, заканчивать с такой игрой с футболом. А в этом сезоне, ну, класс, потому что Саша Гутер, это же понятно, это наша перспектива, это большой вратарь, мы все видели, как он может играть. Uh-huh. И вот мне кажется, он возвращается к этому.